Приветствую вас, мои дорогие друзья! В этом видео я вам покажу, как оформить подписку на продукцию Wellness. Заходим в корзину и вводим код продукта, который вам нужен. Например, Wellness Pack 26 29 697. Вот, нашли. Добавить. И вот посмотрите, появляется круговая стрелочка возле этого продукта. Я нажимаю на эту стрелку, и он нам предлагает подписаться. То есть продукт можно будет приобрести либо в наборах, либо отдельно. То есть можно взять набор Life Plus жизненная энергия или Life Plus идеальный вес. Чем они отличаются? Life Plus — это витамины плюс коктейль, идеальный вес, витамины, коктейль и суп Wellness. То есть я оставляю Wellness Pack для мужчин, например, для себя, нажимаю добавить. И у нас продукт переходит чуть ниже в подписке. Я нажимаю «Посмотреть», разворачиваю, и я вижу, что здесь встал Wellness Pack для мужчин. Можно посмотреть детали, то есть то же самое будет. Если у вас набор какой-то, то будет разворачиваться, с каких продуктов он состоит. Также можно будет делать замену на втором шаге, нажимая на «Показать детали», здесь тоже появится стрелочка «Сделать замену». То есть обращайте внимание всегда на подсказки маленькие, и у вас будет все получаться. Что будет происходить дальше? Когда вы будете делать заказ, в следующем каталоге автоматически здесь встанет Wellness, его не нужно больше указывать. То есть если вы будете еще раз в корзину вписывать этот же код, то он будет либо в корзине, либо предложит вам также оформить подписку. То есть если один раз подписку оформили, то она будет здесь. Если вы хотите отменить подписку или приостановить, нажимаете на урночку, вот так нажимаем. И он спрашивает, вы действительно хотите отменить? Я пишу, да, окей. Но если у вас уже второй, третий шаг, то, конечно, это невыгодно отменять подписку, потому что, как вы знаете, третий шаг приходит уже бесплатно. Не третий, четвертый приходит бесплатно. То есть три шага мы выкупаем, а четвертый приходит в подарок. Благодарю вас всех за внимание. Желаю вам удачи и классных покупок в Oriflame. Всего доброго, пока-пока.